Приветствую вас на продолжении урока «Как оформить страничку в социальной сети». В этой части урока мы поговорим о том, как сделать свой первый продающий пост и закрепить его на вашей страничке. Я объясню, что такое закрепить, что такое продающий, на что нужно обратить внимание. Расскажу все максимально подробно, но если у вас останутся какие-то вопросы, задавайте их в ответе на домашнее задание. Обратите внимание, что за то небольшое время, которое я потратил на запись первой части, у аккаунта уже появились друзья, мне уже кто-то написал сообщение, причем однозначно это написал не человек, это написал бот. Я покажу, чем закончится этот диалог в уроке, связанный с активностью. Ну вот таким вот образом люди приглашают какие-то проекты. Делаем первый продающий пост. Прежде чем что-то писать, нужно подумать, причем подумать хорошо, то есть ваш продающий пост должен продолжать тему, которую вы начали в своем статусе. Он должен развивать вашу экспертность. То есть, если в статусе я просто намекнул и просто заинтересовал людей о возможности получать клиентов в бизнес и даже сказал, что им нужно сделать, чтобы об этом узнать, то есть читайте первый пост, то вот как раз в этом первом посте я должен людям рассказать о такой возможности более подробно. Пост у меня готов, тоже он написан у меня в Word для того, чтобы избежать ошибок. Мне он не очень нравится, потому что мне не очень нравится вот этот заголовок. В полной версии курса мы достаточно подробно поговорим о методике написания продающих текстов. Сейчас я вам могу только сказать следующее, что существует много различных техник на написание продающих текстов. Ну вот, например, техника АИДА, она состоит из четырех важных моментов. Это внимание, интерес, желание и действие. Каждая буковка в этой аббревиатуре – вот это соответствующее действие. Существует множество различных техник написания продающих заголовков. Ну, одна из самых модных – это 4У. Но можно, опять же, поступать проще. В полной версии курса вы получите достаточно много материала в плане шаблонов. Интересные посты, прям целиком красивые продающие посты, образцы для продающих заголовков. Все это можно будет творчески использовать. На примере вот этого текста покажу, какие ключевые моменты в нем присутствуют. Ну, во-первых, это цепляющий заголовок. Этот заголовок – провокация. Говорится, что да, есть решение какой-то проблемы. Можно было, конечно, начать с этой проблемы, задать вопрос, как решить основные проблемы MLM-предпринимателя. Для экспертов можно задать сейчас, наверное, самый важный вопрос, как укрепить свой иммунитет в домашних условиях. Далее идет блок, который вбивает, обостряет эту боль. То есть в моем случае он просто перечисляет, какие проблемы есть у MLM-предпринимателя. Причем обратите внимание, здесь все опять же по-честному. Я уверен, что многие прекрасно понимают, что здесь написано, и сами с ними сталкиваются. Желание, что человек хочет, это его проблема, а вот что он хочет. Он хочет, чтобы все-таки научиться строить свой бизнес. В плане эксперта он хочет все-таки научиться как-то укреплять свой иммунитет, он хочет быть здоровым. Вот. А дальше пошло решение вот этой проблемы. Мы здесь обозначили проблему, и вот теперь говорим, что да, есть решение этой проблемы. В моем случае я говорю, что решение вот этих проблем – это наш учебный центр. Вы можете говорить, что решением проблем – это ваша личная консультация, либо ваша какая-то книга, чек-лист, в котором вы подробно, понятно рассказываете, как эту проблему решить. Чтобы человек понимал, почему можно верить, что проблемы будут решены, должны быть какие-то доказательства. Почему наш учебный центр поможет людям решить проблемы с обучением их структуры? Ну вот, пожалуйста, внимательно почитайте. Я основные моменты здесь написал. Причем здесь ни в одном слове нет никакого вранья. То есть принципиальная позиция лично моя. Потому что если вы начинаете что-то врать и приукрашивать, то, скорее всего, это очень плохо закончится. Необходимо в вашем продающем тексте написать, почему то, что вы предлагаете, безопасно. Почему человек может спокойно им воспользоваться и не получить никакого вреда. Вот в плане экспертности, особенно все, что связано со здоровьем, здесь нужно быть предельно честным и приводить очень яркие, убедительные доводы, почему человек может воспользоваться вашей услугой. Потому что сейчас очень много различных шарлатанов. В интернете очень часто люди выдают одно совершенно за другое. Вот у нас абсолютно бесплатная регистрация, у нас удобный режим обучения, то есть у нас онлайн-платформа, каждый учится в удобном ритме. Опять же, все по-честному.
Ну и самое важное, что чаще всего многие забывают написать в своем тексте, это все-таки что нужно дальше делать. Если бы у меня сейчас была страничка сайта визитки, то я бы здесь написал «Переходи на сайт». Я бы ссылочку разместил и в настройках профиля, и однозначно бы разместил его вот здесь, в тексте своего поста. Но так как мы говорим о социальных сетях, люди чаще всего не очень любят переходить на какие-то ресурсы. Здесь нужно призывать людей, вот видите, писать в личку, в личное сообщение. Но опять же, что писать? Я не зря вот тут написал «пиши плюсик». Ну, человек просто поставил плюсик и отправил мне. То есть он не должен напрягать голову, что же ему там писать-то. Расскажите мне, это очень долго. Плюс поставил, отправил, дальше он уже получает какую-то подробную информацию. Вот такой пример продающего текста, который я составил. Опять же, этот текст желательно каким-то образом украсить, то есть ставить в него какие-то красивые яркие значочки, но, пожалуйста, не перебарщивайте. То есть тексты, которые просто пестрят вот этими всякими цветными значками, они не то что не привлекают, они вообще отвлекают внимание. Теперь текст готов, как его разместить? Любая социальная сеть на своей стене вашей странички имеет вот такое поле. Что у вас нового? Вы щелкаете в это поле, и вот сюда можете начинать печатать свой текст, либо вставлять уже заготовленный. У контакта есть замечательная возможность не просто написать текст, а если текста у вас много, ну, в моем случае можно было бы даже уже именно писать статью. У контакта появилась вот такая возможность писать статьи. Здесь вы можете реализовать очень красивый вариант вашего текста с фотографиями, с форматированием, с выделением текстом и так далее. Вот те возможности, которые есть в нашем текстовом редакторе, на обучающей платформе, похожие кнопочки доступны здесь. Конечно, статьи читаются очень хорошо и выглядят они очень хорошо. Вот если я сейчас перейду в свою новостную ленту, которая, наверное, у меня тут уже начнет появляться, я вам покажу примеры таких статей. Вот так вот выглядит на стене статья. Вот эта вот кнопочка «Читать» как раз и позволит открыть статью. Я сейчас для примера нажму, и вот посмотрите, вот статья, но не очень, может быть, красиво оформлена, не лучший вариант. Но идею вы поняли. К сожалению, вот об этой возможности размещать ВКонтакте статьи далеко, может быть, не все знают, но и далеко не все пользуются. Еще раз повторюсь, если текст у вас достаточно большой, лучше его формировать в виде статьи. Как работать со статьями, опять же, мы подробно поговорим в нашей полной версии. Итак, я беру текст своего первого поста, копирую его и вставляю поле «Предложить новости». Проконтролирую присутствие пробельчиков. Вот здесь я это сделаю прям вот так, вот пустых строк. Вот текст готов. Опять же, у меня пропали мои красивые оформления. Я сейчас, опять же, перейду на страничку «Каталог цветных значков» и что-нибудь ставлю, чтобы немного разукрасить свой пост. Мне, например, очень нравятся такие зеленые штучки. Вот как раз списочек я ими и помечу. Вот один и тот же элемент я могу вот так вот вставить. Выделю название нашего проекта. Помечу, что регистрация бесплатна, чтобы тоже на это обращали внимание. Не нравятся мне вот эти вот восклицательные знаки, но все равно добавлю хотя бы один. И помечу, пиши в личку, расскажу. Помечу вот таким зелененьким. Вот у меня получился, в принципе, разумно оформленный пост, без перебора каких-то смайликов и, главное, без ошибок по теме моей экспертности. Обратите внимание, что контакт видит, что текст достаточно большой, и даже сам мне предлагает продолжить это в редакторе статей. Я делать это не буду. Дальше я хочу к своему первому посту прикрепить фотографию либо видео. Но я сделал небольшое видео, сделал его в сервисе, с которым вы все научитесь работать. Это видео у меня закреплено, сохранено уже на диске моего компьютера. Нажимаю «Добавить видеозапись», выбираю «Загрузить видеозапись». Вот она, эта видеозапись, очень короткая. То есть по большому это слайд-шоу. Вот видеозапись загрузилась. Все. Нажимаю на кнопочку «Опубликовать», и вот я получаю свой первый пост. Онлайн-учебный центр «Вивастар». Вот такое небольшое понятное видео, привлекающее внимание. И мой пост, который рассказывает об этой полезности. ВКонтакте, как и во многих социальных сетях, есть возможность пост закрепить, чтобы новая информация, которую вы будете выкладывать, если на себе, не сдвигала его вниз. То есть это продающий пост, главный пост. Он должен быть у вас всегда первым. Я открываю
действия и выбираю закрепить. Все. Теперь, что бы я ни выкладывал на своей страничке, этот пост у меня будет всегда первым. Для того, чтобы сделать первую активность, я всегда нажимаю на лайк. То есть, чтобы хоть кто-то что-то сделал. Ну, о том, как получить первую активность на своем экспертном посте, я расскажу это в отдельном видео.